jedeme ke hřbitovu na Martinovce. Je to můj opoletu. To, tu. Jo, jo, aha, jo. Aha. Mhm, porušuju. Tak, kde jsme zajdeme? A tady ukrajinský, jo? Tady to je. Tuda. To je ukrajinský. Tu tož ukrajinský. Tože. Aha. A tu už české. Jo, tu české. Aha. No, to čto. Co vy plánujete? Jaký objem? Tak, jaký objem? To já ještě neznám, jaký objem. I to ho... Говорим, что... Понимаешь? Убирать. Что-то убирать треба, но... Убирать. Самое будет дорогостоящее вот эта уборка деревьев. Йо. Вот что. Угу. Самое трудоемкое. Трудоемкое. Ну, их надо убирать хотя бы вот те вот. И тут хотя бы те, чтобы доступ был. Так, так, чтобы доступ. Чтобы было с дороги. Дороги, так, так. До каплички. Я не говорю уже за это. Это кто ее будет там... To možno být na kraji i tu všeho urobiti, zrobiti. To treba vám konkrétno, že kdo to tak. Přišel a řekl, o tak i tak, ale cej robím i cej robím, mm-hmm. A cej nerobím, a to děláme, a to neděláme. Tak, aha. No. Какой год? 12-й, что ли, капличка? 12-й год, да. 1921-м, да? 26? Нет. 26. В 1926 году построено. Так как я себе представляю, но так, вот это забирать, вот это забирать. Так, забирать, так. Ну, эти вот. То ты забираешь, то забираешь, то забираешь. Это забирать, потому что доступ с дороги. Доступ, дорога, так. Да, и да. И там брама какая-то. Брана, так. Чтобы не ходить туда. Не ходить туда. Так, я себе думаю, там говори своими. Поговорим и поберем.